Карантин по бешенству в Мозыре объявили с 14 ноября, спустя несколько дней после того, как от зубов бешеной лисы пострадали 9 человек. Люди безотлагательно обратились за медицинской помощью, а вот сколько животных пострадало от лисы, сказать невозможно. Те районы, где был замечен бешеный зверь, попали под наблюдение. Это территория улиц Советская, Промышленная, Пролетарская и Нижнова. Ситуацию здесь будут отслеживать в течение 2 месяцев. Ветеринары настоятельно рекомендуют всем мозырянам вакцинировать своих домашних питомцев против бешенства. Тем более сделать это можно абсолютно бесплатно. Объявления об этом появились на многих домах в районах особого контроля. Эти объявления мы вешаем для того, чтобы хозяева своих питомцев приводили их на прием, делали прививочку против бешенства. Она абсолютно бесплатна. Не только в этот период, когда карантин идет, а постоянно на весь год. Она помогает защитить животное от возможного заражения против бешенства. Если вдруг забежит какое-то бешеное животное, они могут быть уже хозяева уверены, что животное их не заболеет. Вакцинация домашних питомцев против бешенства – залог их здоровья, а также гарантия безопасности для хозяина. Прививать ветеринары рекомендуют даже тех животных, которые практически не входят из дома. В то же время, по их наблюдениям, прислушивается к рекомендациям примерно половина владельцев. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».